Подвижнические усилия Русской Православной Церкви приобретают особое значение на фоне сложной мировой обстановки. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на традиционном министерском приеме по случаю Пасхи, который с 1 мая отмечают 40 дней. По словам Лаврова, попытки отдельных стран доминировать на мировой арене привели к хаосу и анархии на Ближнем Востоке и войне на Украине. То, что на Украине для православия сложилась критическая ситуация, отметил в свою очередь патриарх Кирилл. Представители никем не признанного киевского патриархата захватывают храмы. Им помогают боевики-националисты и местные чиновники. В настоящее время захвачен 31 храм. 12 остаются под угрозой захвата. Рейдерство, а иначе никак нельзя назвать этот захват храмов. Массовые избиения наших верующих привлекли уже внимание международного сообщества, в том числе и правозащитных организаций. Но мы хотели бы, чтобы этот голос звучал сильнее, чтобы он остановил вот это беззаконие, которое сегодня происходит на Украине.